То есть вся рыба, которая у нас будет ловиться на речках и на морских ставных неводах, перед тем, как ее пустить в обработку на заводе, мы должны получить заключение специалиста госветслужбы, ветеринарное заключение. А учитывая, что на сегодняшний день на Камчатке не менее там 650 участков для промышленного рыболовства и порядка там нескольких сотен заводов, нам нужно предполагать, что такое количество ветспециалистов либо должны находиться непосредственно на заводе, чтобы давать добро на выпуск рыбы, на переработку. Либо мы должны эту рыбу будем везти сюда непосредственно в место дислокации госветслужбы, Россельхознадзора, и после получения индульгенции начинать обрабатывать рыбу. Что, в принципе, сам по себе, как говорится, сложный процесс, дорогостоящий, но и нонсенс.